происходит, смотри, так как первый план был плохой, значит, переходим всегда на план Б. Значит, мы сейчас находимся в Атри, так? Вот мы находимся, точка, да? Вот здесь как бы GBC Плохотнюка, так? Значит, настраиваем так и пиздячим под таким углом, как бы, чтобы было наверняка, да? То есть самое главное, Петка, когда будете сейчас настраивать, то есть не зацепите случайно кепку, потому что будем иметь с греками какие-то ненужные разговоры, то есть это не надо. Поэтому там цель примерно, она настроена, то есть нужно будет маленько подкорректировать, значит, ты на телефоне откроешь этот Google Maps, Саня, и посмотришь на Google Maps, то есть примерно еще раз точно расстояние, так, чтобы могли четко рассчитать. Да? Это новый, Кенфорд. А? Нет, с этой стороны, если с Ватры мы пьем, это Кенфорд идет. Мы же стреляем отсюда, получается, снаряд летит через Кулянку, через центр, поэтому как бы не зацепить Кенфорд. Вот здесь стоит, вот он, примерно. Вот. Если вот сюда нужно было. Коля, говори громче, потому что Ждан поставил микрофон сверху, чтобы было хорошо на видео. Все, гостиницу сверху главное зацепить. А гостиница сверху как? Напротив этого. Бить надо точно. Ты понимаешь, как настраивать? Ты прочитал инструкцию, все? Да. Интернет, потому ветер. Это не РПГ-26, то, что Гусуёв говорил. То есть наша хуйня просто посерьезнее, поэтому тут как бы ошибок ни в коем случае никаких не должно быть. Ладно? Не будет. А? Не будет ошибок. И смотри, значит, нужно обязательно сейчас через 3 минуты, потому что по моей информации от охраны Плохотнюка, там было все очень много красивых девушек. Короче, все уходят, сторож, уборщица и так далее, то есть остается плохиш один. У него как раз там это кокаин, йога, медитирование и так далее. Поэтому плохишь раз один, поэтому обязательно через 3 минуты, чтобы... Наша цель та же, тоже, самый важный, да, плохишь. Да, тут самый важный, маленького роста, это самое. Плюс у них были проблемы с РПГ-26, потому что там сложно было рассчитать попадание из-за того, что он постоянно ходит на высоких каблуках. В случае с нашей установкой, как бы там никакие каблуки как бы уже не помогут. Там каблуки нужно подлетать. А? Там каблуки нужно подлетать. Ну, приклеиться не важно. То самое важное, как бы все серьезно обсудили. Попадание. Сверху еще раз как бы представились, как бы чтобы не было проблем с идентификацией, там Усатый, Петков, Сипович, как бы. Все слышно, да? Да, конечно. Главное, чтобы получишь дальномер попал. Все, значит, давай, я сейчас беру камеру на всякий случай, как бы. Тут милиционер все стоит, он будет снимать, я, если что, ему помогу, чтобы было нормальное качество. Хорошо? Все, все, давай. Все, давай, по машинам, давай, давай с Богом. Наводи. А? Наводи. Тихо. Сань, обязательно без ошибок. Более поправку на ветер. Смотрите, не попадите под скрытые камеры полиции. Как бы лицо старайтесь спрятать. 3 градуса выше где-то. А какой этаж вперед? Бейте фундамент. Фундамент GBC. Сейчас подождите. Заряжайте пока. Слушай, дайте на 2 градуса повыше, потому что точно в Кенфорд идет. На 2 градуса выше. Есть. Есть. 3 градуса левее. Есть, 3 градуса левее. Учли ветер. Учли ветер назад. Значит,
смотрите, 45 тонн она весит, как бы тут может быть маленькая дача, можете случайно в колораж отскочить, но ничего страшного, там наши стоят, прикроют. Пристегнуть ремни безопасности. Вторая группа. Пристегнулись. Сейчас, подождите. В зону обстрела попал эфрейтор «Жиздан». Нет, нет, стоп. Так, давай с Богом, аккуратно. Слышь, включи тепловизор, проверь, если есть он в здании. Колёк, сзади тебя вот тумблеры тепловизора. Так, виден? Есть. Лабутены на месте? Есть. О, мог туфли помазать специальной мазью, чтобы не отражали. Нет, и Костя есть на месте. Нет, ждем, пока уйдет. На Костю оформлено много компаний с этого миллиарда, поэтому не надо. Проверить лицензию на обстрел. Есть. Сань, по Google Map посмотри в телефоне, если все точно. Координаты верные. Еще 2 градуса левее. Есть. Орудие пристрелено? Да, совершенно верно. Подержи. Что-то зазвонило. Так, сейчас. Это самое. Значит, сейчас что-то люди пишут. Короче, слушай. Ребят, стоп, Коля. Да. На предохранитель поставь назад. Да, есть. Люди пишут, значит, он украл. Значит, он должен стране вернуть даже не миллиард, как мы думали, а около 1,5 миллиарда долларов. Поэтому огонь отменяем. Значит, нужно сначала получить с него деньги. Плюс в этом GBC, значит, давай делать городскую голубятню. То есть не... Короче, сносить ничего не будем. Нет, Коль, огонь отменяем. Есть. Все, Сань, ну потому что 1,5 миллиарда не с кого будет получить. Политова, Костя Боттер, они ничего не отдадут. А этот ничего не доверяет, как бы в основном держит все у себя. Поэтому плохиша сегодня сохраняем. Уже позиция понятна, здание понятно, координаты есть, Петка научился. Поэтому переносим. Да. Операция сорвалась. Операция сорвалась, отбой операции. Так, родственникам что передадите, преступники? Родственникам? Молдова Фера Плохотнюк. Понятно. Но законно. Да. Паша.